Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня такая праздничная закупка в магазине «Лента». Моему сыночку исполняется 7 лет, младшему. Вот, исполняется ему 23 апреля, и мы, конечно же, поехали шарики, набрали всякие разные здесь. Вот, и, конечно же, заехали в магазин «Лента». Еще в воскресенье будет Пасха. Я не пеку куличи просто потому, что моего сына день рождения. Я готовлюсь к дню рождения. Мне уже не до куличей, честно признаюсь. Вообще, я, кстати, никогда их не пекла, никогда не пробовала. Вот. Чек, как всегда, будет в конце видео. Я не озвучиваю цены только потому, что у меня чек в электронном виде. Там абсолютно все цены видны, можно посмотреть. Прогулку по ленте я не снимала, тоже потому, что ездила с детьми, и как-то уже было не до этого. Вот, в общем, давайте покажу чек в конце видео со всеми ценами. Он достаточно, я его делаю медленным, чтобы все можно было рассмотреть, посмотреть все по ценам. Боночка все проверила. Вот такая закупка у меня получается. Ну, давайте я начну немножко с бытовой химии. Хотела купить, значит, средство для стирки от «Лента», но не было вообще жидкости, я имею в виду, для стирки. Не было вообще ни одной штуки, вообще ничего. Поэтому взяла только кондиционер вот этот лентовский. Я не скажу, что он супер какой-то вообще, но бюджетный. По-моему, 199 рублей стоит или что-то в этом духе. Нормально, пойдет. Также взяла туалетную бумагу и вот этот вот наполнитель. Мне понравился. Вот первый раз я купила, он был очень-очень такой мелкий. Он прям как пыль даже видно было. А вот когда вот он такой крупненький, он очень хороший. И запах задерживает. И комок прям такой, как камень становится. В общем, снова его купила. Тем более он бюджетный. Нынешней истории вообще супер наполнитель. Дальше. Салфетки универсальные, вот эти вот наши любимые. Взяла две упаковки. И таблетки для посудомойки. Всегда их покупаю. Единственное, что они сейчас подорожали, но не помню, сколько стоит. Вот 30 штук плюс 10 в подарок, я не помню. В чеке будет видно. Так, купила, конечно, своим хвостатом. Мы так и не определились пока что, какой корм будем есть. В общем, пробуем всякие разные, покупаю всякие разные. Я думаю, когда это, вообще эта ситуация вся устаканится, то будет уже понятно. Значит, вот такой вот купила на пробу говядина с рубцом, две штучки, и различные пакетики. Цезарь, кстати, нравится моей маленькой собачке Джуси. Вот, вот такие вот котам на пробу. И вот такие вот еще. Ну, в общем, разные тут, в общем, куча, целую кучу всяких разных пакетов набрала. Ну, немножко для праздника здесь у меня свечки. Циферка 7 вот такая золотая, потому что шарик, как вы видели, золотой. Вот. Салфеточки и еще вот такие вот шарики мы купили. Надуем их сами, тоже будет здорово. Также к празднику это угощение в детский садик. Для воспитательницы я всегда каждый год им приношу, ну как угощение не только детям, да, но им угостить нужно воспитательность. Поэтому я вот такую вот симпатичную девочке повелась, просто потому что она симпатичная. Ну и чай вот этот вот неплохой. Вот такую вот пирамидку купила здесь. Сколько штук? 12 пирамидок вот таких вот. И вот такой тортик. Итальянский десерт. Трюфельный, кстати, он очень-очень вкусный, если что. На угощение детям, ну, я уже взяла целую вот такую упаковку, здесь 27 штук по 0,2, это соки с яблочные, ну, у нас принято сок и что-то еще, да. И вот такие вот, младший сын у меня выбрал сам, вот такие вот конфеты, вот эти вот Джек, ну, вы поняли, да, вот такие вот, вот они, вот такие, они очень нравятся, вот. Так что вот такие вот конфетки. Каждому ребенку получается конфетка вот такая и сок. А это воспитательницам, ну и нянечки, соответственно, чаек попьют. Вот. Так, и сама, непосредственно сама закупка. Конечно же, торт. Торт выбрал у меня сын сам. Но давайте начнем с мяса. Яиц. Купила 20 штук, мы их покрасим, и у меня еще наклейки есть. В общем, посмотрим. Еще, кстати, куркумой можно красить, я тут почитала, что можно в горячую воду развести куркуму и опустить туда яйцо белое, и оно будет такое желтенькое, ну, примерно вот такого же цвета. Почему бы нет, да? Вот. Поэтому 20 штук нам как раз хватит. И еще обычные купила
обычные отборные, да, отборные яйца, вот эти вот, С0, которые я называю. Кстати, здесь вот эти вот белые, только С1 были. Только С1. Больше С0 я не нашла, чтобы они были большие. Не знаю, может, специально. Может, для каких-то специальных наклеек. Не знаю, почему так. И только, кстати, вот синявинские вот такие вот со светлой пасхой. Ну, и обычные это как раз на салаты. Ну, и просто дома всегда они нужны. Так, из такого мясного купила минтай. Очень хочу минтай сделать с томатной пастой и с морковкой. Я уже показывала, как я готовлю. Вот прям что-то в последнее время очень хотелось. Увидела там, взяла. Свежего минтая не было, только замороженный. Ну, мне ничего страшного. Также купила фарш. 299 рублей, но он стоил дешевле, девочки. Мясо там было со скидкой, фарш в том числе. В чеке будет видно. Фарш свиной. Килограмм, ну, чуть больше у меня получилось. И фарш говяжий, он тоже там был подешевле. Поэтому я взяла уже домой себе. И вот это вот на шашлык. Я люблю очень шашлык из окорока. Он получается не сухой, не жилистый. В общем, супер. Причем у меня такие куски прям, видите, мясные. Тут даже жира не так уж и много. Так что это на шашлычок. Я взяла 359, тоже дешевле было, девочки. Не помню сколько. Так, сосиски вот такие я взяла. Вот эти вот... сливушки, вязанка, сливушки, да, очень они, кстати, вкусные, но так как детский праздник, мы их тоже пожарим, то есть мы как бы взрослым шашлык, а дети, хотя у меня и дети тоже едят шашлык, а дети им еще дополнительно сосисочки вот такие. Конечно же, будет салатик оливье, куда без него, поэтому взяла вот такую колбаску и еще вот такой вот, не знаю, что там, тоже на акции лежал, финский. Ну, это, может, просто дома поедим. Так, это у меня взяли мальчишки под шумок, пока я там ходила, бродила. Ну, ладно. Вот, еще взяли вот такой сливочный сыр и сыр маздам. Кстати, вот этот маздам очень вкусный, девочки. Вот это вот. Вот этот вот сливочный виола тоже. Но вот это он прям такой сырный-сырный. Нравится нам. Взяла еще сыр голландский. Ну, по-моему, не помню, была на него акция или нет. Ну, в общем, вот такая стоимость сыра голландского. Я хочу его сделать с кабачками. Ну, кабачки с сыром, в общем, вы поняли. Кабачки тоже покажу. Майонез взяла сметанный для салата. Вот такие соусы. Конечно, кетчуп. Обычный томатный беру к шашлыку. Также муж у меня будет делать роллы. Это по заказу моего сына младшего. Поэтому я купила. Смотрите, появился вот такой новый творожный сыр. Новинка. Вот, видите, как раз его купила для роллов. Листы, рис и, соответственно, здесь еще васаби. Ну и для закусочки я вот такой вот... Видите, такая упаковка прикольная. Морковь по-корейски острая. Вот. Ну, это мужчинам. Мужчинам для закусочки. Ну, в смысле, взрослым мужчинам. Но это к роллам. Так, еще взяла масло. 1000 озер, оно, по-моему, по акции было. Так, и давайте здесь. Это выбрал торт, выбрал мой сын. Вот какой он захотел, такой пусть и ест. Вот такой он очень меня любит, всякие шоколадные. Вот такой вот тортик. Соответственно, пусть будет кушать. Вот. Такой, видите, прям шоколад в шоколаде, что называется. Куличи. Купила вот такой вот кекс пасхальный. То есть это кекс, это не кулич. Потому что сами куличи, они обычно вот покупные. Конечно, если сами вы печете, да, то они получаются воздушные, вкусные. А покупные, они сухие. Я с этим согласна. Поэтому я стараюсь выбирать кекс. Он очень такой прям мягкий-мягкий. И красивенький такой, да, с буковкой. Вот. И вот такой вот, это кекс пасхальный творожный. Я как-то покупала уже подобный на тоже на Пасху. Именно творожный, он очень вкусный. Тоже вот такой вот красивенький, так что я, в принципе, и по внешнему виду выбирала, можно так сказать. Конечно же, лимонады, миринда и вот такая вот мандарин-черноголовка, не знаю, это тоже выбирали дети, какие захотели. Горошек. Взяла на всякий случай 2 банки для салата оливье. Ну и здесь у меня овощи, фрукты. Взяла огурцы, 4 штучки тоже для роллов, да. Зелень, конечно же, просто салат. Может быть, сделаю с помидорчиками как-то. Здесь у меня просто вот такие сливовидные помидоры. Но я еще хочу зайти, может быть, черри поискать. Может, еще зайду черри, чтобы салатик такой овощной сделать. Ну, посмотрим.
Также свеклу. Вот такую эконом свеклы, девочки, 70 рублей. Обалдеть. 100 с лишним стоит. То есть у нас то капуста непонятно сколько стоит, то картошка непонятно сколько стоит. Теперь свекла. 70 рублей. Это когда такое было? Я вообще такого не помню. Она всегда, ну, максимум 40 рублей она стоила. Ну, в общем, ну ладно, я взяла. Вот. И вот кабачки. Кабачки по 99 рублей дешевле, чем вот везде, где я видела. Но кабачки что, они в Африке кабачки. Я хочу его с сыром. Сырную такую шапочку на них сделать. Вот, будет вкусно. К шашлычку как раз будет супер. Здесь у меня картошка. Обратите внимание, картошка эконом 20. У меня просто пакет порвался здесь, видите. 24,99, 25 рублей за килограмм. Вот я набрала пакет, но там надо выбирать, она не вся очень хорошая. Вот я выбрала, так бы я еще пакет взяла, но выбрала уж сколько было, да, на 77 рублей. То есть картошка 24 рубля, свекла 70, обалдеть. Так, лук тоже 44 рубля эконом, 44, считается 45. Вот, и немножко фруктов мы взяли. Яблоки Айдаред вот такие, 131 рубль. Груши. Девочки, видели, цена на груши конференции? 350 рублей за килограмм. Я решила взять вот такие Вильямс. Я уж не знаю, вкусные они или нет. Что-то я не вижу. Вот эти груши раньше были форель. Очень они мне нравились. Я их сейчас почему-то не вижу. Ну, наверное, видимо, импортные какие-то были. Так, по 129. И киви мы еще набрали. По 99 рублей. Киви вот... дешевле груши стоит. Ну ладно. Вот. Так, лук показала, картофель показала. Все. В принципе, все, что мы купили. В основном, видите, такое к празднику. Вот. Ну, у нас такой стол будет достаточно простой. У нас будут роллы. У нас будет шашлык. Соответственно, сделаю кабачочки. Ну, в общем, такие овощи какие-нибудь еще там сделаю. И салат оливье. В принципе, все. Тортик. Ну, в общем, так, по-простому мы. Гостей у нас не очень много. Вот, алкоголь я не покупала, он у нас дома тоже есть. Поэтому вот так вот. Вот. Ну, и давайте покажу вам уже чек.